Это собака. И ее мир. 4 квадратных метра. У нее есть крыша над головой, условия. Она послушна и счастлива. Она не знает другого мира. Когда ей удалось отвязаться, она сама вернулась. Собака не знает ни о землетрясениях, ни о войнах. Она думает, что это и есть весь мир, и нет ничего больше. Это мы, обычные люди. Наш мир больше. И мы тоже думаем, что это и есть весь мир, и больше ничего нет. Мы верим, что от нас что-то зависит. Верим в совпадение и людей, способных предсказывать будущее. Даже не подозревая о том, что наш мир – это спектакль, сценарий которого уже кому-то известен. Так же, как и нам известен сценарий мира той собаки. В 80-х афганский математик Мохаммад Сиддик шокировал всех, заявив на телевидении о скором развале СССР. Это сбылось, а нам сказали, что гениальный математик разработал уникальную систему предсказаний. Как такое можно вычислить? Морган Робертсон в 1898 году в своей книге «Крушение Титана» описал в точности до мелочей крушение Титаника, которое произошло 14 лет спустя. Совпадали даже некоторые имена, и нам сказали: «Вот это совпадение». А режиссер мультсериала «Симпсоны» просто смеется над нами. Уже давно ходят слухи о том, что Симпсоны предсказывают будущее. Весь интернет этим забит. Сам режиссер на это говорит, что это просто фантазия людей. Просто сериал долго идет, и события совпадают. Наверняка все слышали, что Симпсоны предсказали победу Трампа еще в 2000 году, когда Трамп славился только тем, что снялся в один дом с случайным прохожим и необычной прической. А как вам это фото на стене? Обратите внимание на мелочи. Одежда, люди, стоящие сзади. На сегодня все. До новых встреч. Пока.